Это там, где люди шутят. Это такой клуб, там, где люди играют, похоже на комиков. Только немножко в другую игру. Люди смешат друг друга. КВН – это такой клуб, где люди смешают друг друга, рассказывают смешные истории, чтобы всем было весело. КВН – это клуб всех хороших. Это такие игры, как «Смешат в рассмеши комиках» в передаче. Люди шутят, чтобы по кругу людям было весело. А еще, чтобы когда политики их смотрят, чтобы они исправлялись, и им было легче жить. Я смотрю КВН, что так, что не убился.